girls, let's have a slumber party. Can I watch? Shut up! Чувак, сегодня по телеку покажут рекламу, в которой я снимался. Кошерно, во сколько? 3 часа ночи, поэтому нам придется лечь спать супер поздно. Что ты только что сказал? Ничего, мам. Ты ляжешь спать в 11, молодой человек. Окей, я уже взрослый человек, и ты не можешь говорить мне, что мне делать. Ничтожество. И что теперь делать? Мы все равно не ляжем спать. Моя мама не сможет говорить, что нам делать. Мы будем делать все, что захотим. И замутим самую лучшую ночную вечеринку в мире. Самая лучшая ночь из всех. Да, и совсем не хочется спать. Йен? Хорошо. Чуть не попались. Чувак, только 11. Подойдем к этому серьезно. Оно жжется! Я взбодрился! Я ни разу не описывался за последние 5 лет. Йен? Так я и думала. Сколько там времени? Осталось 30 минут до моей рекламы. Начнем настоящее веселье! Ну же! Эй, Йен! Вы двое, надеюсь. Спите, как младенцы. Боже! Долго там еще до твоей рекламы? Прошло только 2 минуты? Окей. Рекламное время! Неужели? Приветик, грустняшка, случилось что-то плохое? Да. Тогда у меня есть подарок специально для тебя. Правда? Это закончит все твои проблемы. Встречай, сумо мочи блогератор. Ты больше не делать пипи в штаны. Клёво, весело и сексуально. Сумо мочи блокиратор. Это самая тупая штука в мире. Зачем она нужна, если можно просто дойти до туалета? Что это за звук? Я писаю. Спасибо, сумо мочи блокиратор. Одобрено тощим белым парнем. Переведено по версии Никиты Таракана. Озвучил виски, не забудь добавить это видео к себе, а также вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Прямо сейчас вступай. Ага.